Правительственные награды сегодня вручили жителям Нижегородской области. Торжественная церемония прошла в усадьбе Рукавишниковых. Около 20 человек получили государственные, ведомственные и региональные знаки отличия, благодарственные письма и почетные грамоты. В списке награждаемых были нижегородцы самых разных специальностей и профессий. Их поблагодарили за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд. Когда наша Нижегородская область развивается динамично, движется вперед, это относится в первую очередь к вам, потому что именно ваши